Добрый день, снова с вами мастерская Дмитрия Митрофанова. На этот раз вот такие вот три изделия в стилистике Безумного Макса, сделаны для автомобиля, для украшения автомобиля советского производства. Войдут на хромированный бампер, на багажник и на, значит, что, на капот. Значит, первая — это вот такая черепушка, как Безумный Макси, череп, это что там, руль и пламя. Сделан из металлолома, как обычно, из запчастей. Череп из трубы, челюсти вот такие вот, гниловатые зубки, дремелем подточенные. Основание — это, значит, от советского велосипеда Стар Шоссе. Под звездами на заднем колесе стоит вот эта вот пластина. По кругу навалена цепь ГРМ от Hyundai, вырезана из листового металла пламя. Такие накладки, звездочки опять же велосипедные. Это звезда москвичевская ГРМ распиленная. Ну и вот такие трубки. Это рубашки троса. Трос, по-моему, это был ручного тормоза. Тросик, вот его оплетка. Такая вот железяка вышла. Будет крепиться на бампер через отверстие для заводки, для ручного стартера, кривого стартера, как называют его, да. Вот будет крепиться. Советский автомобиль, бампер хромированный. Перед ним будет стоять вот так, крепиться. Так, следующая. Опять же, черепушка вот такая. Тоже вырезаны из трубы, зубки дремелем выпилил, подточил болгарочкой, вставил туда шайбы, за ними еще обрезки, были болты в Паттай М8, вот как раз они пошли на шпильки, остатки верха пошли вот в глаза, такие крестики. Ну и бровки, по-всякому тут поиздевался, насечки всякие, как будто гниловатый черепок такой. Ну и третья железка на капот. Значит, там на фильме «Безумный Макс. Дорога ярости» на Тома Харди надели вот такой вот трезубец. Как это назвать? Не знаю. Сбруи можно назвать его, да? Ну вот трезубец. Ну, в фильме это явно вилы. С тремя тройные вилы. Здесь это просто вырезано из металла листового, края обработаны, немножко загнуты, чтобы придать форму. Везде винтики вкручены, винтики, заклепки, сделаны вот такие штучки под глаза. Ну и здесь так художественно оформлено, как будто петли. Значит, что тут? Замок на петле. Здесь вот держатель ремня, как будто. Такая вот железяка, имитация вот той сбруи, которая была на Безумном Максе. Ну и на капот будет крепиться двумя шпильками М8. Площадка под сделана домиком, потому что капот тоже не прямой, со скосами. Высота 14 сантиметров. Довольно массивная такая железка, такой подставки. С вами была мастерская Дмитрия Митрофанова. Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, заказывайте у нас креативные изделия из металла. Всем удачи!